Под Южноуральском на микроавтобус с детьми обрушились бревна. Они выпали из перевернувшегося КАМАЗа. В момент ДТП в салоне находились 18 спортсменов. Сборная по бадминтону из Казани. Ребята возвращались из Казахстана с соревнований. Вот кадры с места ДТП. Разбитый микроавтобус катят на обочину. Очевидцы аварии. Рядом лежит перевернутый прицеп. Бревна рассыпаны по проезжей части. Как рассказывает водитель КАМАЗа, авария произошла из-за того, что на железнодорожном переезде его подрезала красная Тойота. Обошла меня перед переездом. Давай тормозить. Я давай тоже останавливаюсь. Он перед переездом тупую останавливается. Просто взял и остановился. Я вижу метров за пять, что я не успею остановиться. С леса выгружен. Взял левее, чтобы обойти его-то, чтобы не произвести ДТП. Прицеп все-таки перевернулся, и бревна упали прямо на микроавтобус. В нем находились 18 детей из Казани. Спортсмены из секции бадминтона возвращались домой. После сборов в Казахстане никто не пострадал, только чудом. Сейчас детей везут в Екатеринбург, чтобы там посадить в поезд до Казани. Очевидцы ЧП под Южноуральском уверены, если скорость грузовика была бы больше, последствия были бы и печальнее. Метров пять, наверное, я успел назад дать, и все. Если я, как я понял, если не дал бы, мы бы попали бы в лобовой. Он бы на нас свалил все.